дорогие друзья, мы сегодня пьем сидр. Это прекрасный напиток. Правда, он всего 5 градусов, но достаточно вкусный. Вот. А пьем мы этот сидр, потому что нервы у меня не железные. После моей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным была следующая история. Через несколько дней мне позвонили из приемной Кириенко и дословно, что сказал замечательный наш Сергей Владиленович. Сергей Владиленович Кириенко сказал мне по телефону: «Александр, номер вашего телефона мне дал Владимир Владимирович. Он позвонил мне с Владивостока. Принесите, пожалуйста, материал, который вы ему передавали. И я его посмотрю». Я ему говорю: давайте сразу встретимся, может быть, переговорим. Он говорит: нет, мне легче посмотреть материал. И с той поры прошло достаточно долгое время. Ты отнес материал? Я отнес материал, я красиво запомнил.